Ты, короче, один на танке, тебе там, сейчас. Не знаю, позицию надо там где-нибудь выбрать, вот, например, 123-ю, впереди прямо у тебя будет по курсу. И ебошить. Меточку дадите? Сейчас. Хорошо. Вот сюда вот, зелено, видишь? Так, и ориентироваться куда? Ну, ориентироваться на точки. На точки вот на эти, да. И вышибать амерские тачки. Танки. Меркалы. Меркалы. Да, да. Понятно. Близко. 5 метров 10. На двух сиськах мы, блядь. Что? На двух сиськах, говорю, мы, блядь. Я где-то проебал, в общем. Башня впереди. Где-то справа танк, блядь. Блядь, близко. Горели? Вперед! Ёрка, вперед! Сильно не едь, вперед! Чуть-чуть влево дай! С триггера выезжаем! Ну назад, назад, назад! Назад уебай! Налево, давай. Так, так, так. Направо, направо, направо. Так. Сейчас доворачиваешь корпус налево и едем назад. Ага, дерево. Прием, прием, на Дикарева Меркова, которую вы там не могли определить, там еще пех бегает.
Я стою рядом. Витёк, слышал? Бех на той меркаве, которую мы уебали. Я стою рядом, сейчас попробую его завалить, но выходить не буду. Как, кто побьет по меркаве? Это мы сейчас бьем. Понял. Я рядом стою просто. Надо мной прыгай. Бех поднимался вверх. Че, не на танке? Ирок, я на командира пересяду и буду смотреть с БПА. Блять, смотри, чтоб тебя не сняли. Я пока стою, внимание, не завожусь. Все принято. Вообще неизвестно, свой не свой, я башку видел. Так, один триггер наш. Замочил этого гада. Принято. РПГ хохотился. Так, походу... Почему БПА летает сам? Может, свой был, не знаю. Короче, в лицо выстрелил, но не важно. Панзер, или это ты? Где? Ну, ты на месте стоишь? Да. Все, принял. Я там же, где вы спалили первый этот танчик. Тёк, ты-то слева от корпуса от нашего. Слышишь? Я смотрю, ППА. Метку обновилось. Коричневого с черными брониками свои, нет? Да. Это Варсук, Меркал или Юра наши? Ну, я не знаю, захват идет, нет? А в Юру наши? Варсук, прием. Юру. Кажется, нет, у нас танк. Там двое своих бегут. Вас, вероятно, беру богаху достали. А, это наши, да. На...
Наши это пехи бегают. Здесь, может, пехи? У нас? Да. Вряд ли. Сейчас иду.